подбирая мангал для дачи, посмотрите в сторону более продвинутых устройств – гриль-мангалов или барбекю-гриль. Впереди три крутых гриль-мангала, которые продаются в магазинах Farnax по супер выгодной цене. Да, мангал – простое и понятное устройство, жар от углей идет, только успевай поворачивать шампуры, а вот на гриле можно приготовить блюдо посерьезнее. И все дело в крышке. Пойдем по возрастанию цены. Гриль-мангал Тайга сибирский с крышкой. Жаровня мангала довольно глубокая, почти 15 сантиметров. И расположена жаровня на довольно удобной высоте. И обратите внимание, фишка, которую вы не найдете на дешевых мангалах, это усиленные стенки жаровни. От жара горящих дров или горячих углей стенки мангала не поведет. Крышка гриль мангала очень удобная, довольно тяжелая, с деревянной ручкой, так что руки не обожжешь. На верхней ее части есть специальная поворотная задвижка для регулировки степени жара. Кстати, крышка – это нереально огромный плюс для любого устройства для приготовления пищи. Когда в ветреную погоду вы приготовили свое блюдо, не нужно убирать угли, просто закрываете крышку и спокойно идете себе кушать. Опять же, если пошел дождь, то в мангале не будет вот этой мерзкой зольно-угольной кашицы, которую потом придется убирать. Да, зола. У этого мангала два ящика зольника. Во-первых, зольник это удобно, он существенно упрощает чистку. Во-вторых, при розжиге мангала, да и приготовке, им регулируется подача воздуха. А вот то, что зольников два, это вообще супер. На гриле можно готовить тремя способами. Открытый – это когда на решетке гриля или на шампурах у вас готовится блюдо, готовится оно очень быстро на открытом жаре. Есть еще непрямой метод, когда угли убраны по сторонам, и у вас под крышкой блюдо томится в течение довольно продолжительного времени – несколько часов. И третий способ комбинированный, когда вначале на открытом жаре вы готовите свое блюдо для получения корочки, а затем убираете угли в одну сторону, а блюдо располагаете в холодной зоне. Тем самым, закрывая крышку, вы его доводите до готовности. И вот тут как раз начинает работать эта фишка с двумя ящиками зольника. Вы можете в зоне, в которой лежат угли, регулировать интенсивность жара. Ну, это все, что касается готовки. За удобство самого процесса отвечает пара боковых полочек, нижняя полка для хранения дров или необходимых приготовки продуктов, аксессуаров. На одной паре ножек есть колесики для перемещения мангала. Его можно перемещать по участку или, когда гриль-мангал не используется, закатить его в гараж. Сделать это очень легко, мангал весит не больше 30 килограммов, а все потому, что он изготовлен из стали толщиной 2 миллиметра. Да, более дорогие собратья изготавливаются уже из стройки, поэтому весят больше, но при обычном, бытовом, нерегулярном использовании эту разницу в 1 миллиметр вы заметите очень нескоро, так что задумайтесь, стоит ли переплачивать. Следующий гриль-барбекю, который нам очень нравится, НМК «Дачный». У него такие же, как у Тайги, профилированные стенки жаровни, массивная крышка, боковые полочки, правда уже с резным декором, нижняя полка и пара ножек с колесиками для транспортировки. Ящиков зольника снова два. И, внимание, на его крышке уже две поворотные задвижки для регулировки степени жара. И самая главная приятная фишка – это термометр для контроля температуры приготовления блюда. Ну и материал изготовления – сталь толщиной 3 мм, поэтому мангалы весят уже больше 40 кг. Кстати, подпишитесь на наш канал, ведь мы еще и готовим на тех устройствах, которые продаются в магазинах Farnax. Например, последний герой нашей троицы – гриль, казан, мангал, Роланд. Он уже серьезно подороже, но в нем есть то, за что стоит доплатить. Начнем с гриля. В крышке снова термометр и пара регуляторов жара, а вот по бокам жаровни, друзья, есть крепление для вертела, то есть на нем можно зажарить кого-то очень крупного. Плюс в комплекте уже идет решетка гриль из нержавейки, не надо докупать. А теперь дно. Оно здесь регулируется по высоте, так вы сможете менять степень жара под решеткой. В правой части печка. Печка с трубой и плитой. Можно жарить на сковороде, кипятить чай и, друзья мои, готовить вкуснятину в казане. Казан, правда, небольшой, 6-7 литров, но я пользовался и 8-литровым казаном. Так что для небольшой компании в самый раз. Что касается эргономики, то тут тоже куча плюшек. Два удобнейших боковых столика, причем в одном из них есть карманы под бутылки для соусов. Крючки для прихваток и шумовок. Ну, нижняя полка, понятно, ножки с колесиками тоже. А еще в комплекте идет совок и кочерга.
В общем, дорогие друзья, приходите в магазины Фарнакс, обязательно поможем с выбором гриль-мангала. А если решение уже принято, заходите на сайт farnax.ru, ловите промокод на скидку. А тем, кто хочет расширить возможности своего мангала, советую докупить хорошую решетку гриль. Подборочку ссылок я оставлю в описании. Ну а на сегодня все. Желаю всем вкусного настроения и отличного дачного сезона. Пока!